Что ж, друзья, давайте третью часть этого видоса. Вот, да, ну, все, надо, конечно, учиться, вот эту вот реакцию, все это настройки. Вот, значит, выбрали мы определенный прицел. Дальше, какие проблемы? Извините, что видео предыдущие два так оборвались. Короче, ситуация следующая. Сейчас скажу, когда сворачиваешь окно, во-первых, оно долго восстанавливается у меня почему-то, да? И, соответственно, бандикам прекращает запись, он не может продолжить запись. Вот, поэтому разделился на три части. Вот. Поэтому, как бы, вот такая вот фигня. Тренировочка, да? Вот, очень годная вещь. А теперь, наверное, буду здесь, наверное, тренироваться. Так как-то даже поинтереснее. Может, с ботом, может, здесь, может, с ботом, неважно. Но сами видите, да, хэдшоты работают вообще шикарно, да? То есть, вообще проблем нет. А вот. А, ну, тут как всегда, да. Хэдшот всегда был и остается одной промышленной вещью. Это четкая мышь по горизонтали. Видите? Да. То есть вы в горизонтали делаете, то есть вверх-вниз у вас нет. У вас мышка тоже двигается по горизонтали. И, соответственно, человек пролетает. Рандом — это вопрос отдельно, здесь я ничего с этим сделать не могу. Вот, я так понял, таких всяких расширений приложили для этой игры нам много. Так что будем постепенно разбираться, как будет время. Да. Потому что, ну, это очень много, вообще пипец, попасть не могу в чувака. Давайте завалим его нахер. Фак, блядь. Дай, мазафака, бичес. Короче, да, надо, блядь, подъебываться, подаю по-любому. Потенциал есть, играть можно, но... Да, здесь вот двойной выстрел, то есть первый даже если не попадает не в голову, то второй в голову идет. Стреляют за один раз. Блять, не показывает, обидно. То есть это по три выстрела. Да, по три выстрела за раз она делает. Даже triple fire не надо. Неплохой такой этот. Блин, школьников тоже скоро, если будет. Никто, как говорится, не стремится стать профессионалом, но многое еще можно делать. Ну, давайте здесь попробуем. Голову подшибать чувакам. Да, пока мне тяжело немножечко с этих бегающих стрелять, да? При этом еще самому передвигаться, но более-менее да. Все в башку летят. Короче, новый прицел годный. Всем советую, значит. Вот так вот так вот.
Друзья, на этом на сегодня по CSGO давайте, наверное, закончим. Если все поняли, значит, ссылки в описании там дам, вот эту хуйню, да? Вот, без вопросов все будет. Видели, сколько хедшотов. О боже, блядь, мир, встань, я сойду. Нормально, нормально, чё. Правда, не знаю, как надо правильно ножом убивать. Там как два вида ударов есть. С одного удара, по-моему, в левой клавиши, да, мышки? Я уже не помню. Ладно, не важно. Ну, на этом собственно все, друзья мои. Я думаю... Да, на этом можно уйти. Вот. Так что вот так вот. Всем большое спасибо, кто смотрел. Вот, юзайте эту херню, делайте прицел. Сейчас посмотрим, ушел ли он к нам в игру. Давайте, да, запустим играть с ботами, да. Давайте бота выберем. Да похуй, давайте DDoS 2, пока как бы я ее более-менее так изучаю, да. Так. Там еще будет одна тоже команда делать, где этот, входить, убирать и подставлять обратно верхний с помощью клавиши мыши, чтобы подставлять его, вот этот, который вот срезается верхний, верхнюю палочку, и можно вставлять обратно по клавише мыши, если, допустим, я так понимаю, кидать гранаты, как некоторые говорят. Принц, хватит, фу. Прекрати, фу. Ладно, бог с ним. Бедный кондиционер. Вот, так что вот такая фигня. Давайте сейчас попробуем, как она заработала, не заработала. Если нет, ну там будем, короче, да, потом разбираться, почему не заработала. Вот, в онлайн. Сейчас посмотрим прицел. Посмотрим, действительно ли легче с ним играть. Опа. Ну давайте посмотрим. Что за дерьмо, блять, у меня еще Homefront запущен. Ёб твою мать. Так. R. Блять, как перезаграть. Ух ты, меня тут немножечко так смотрю, подкосили. Ну смотрите, сразу же бот славил свою башку. Ну, Ринга уже, я так понимаю, убили, да? Блять, да ладно, не попал. Ёбаный рандом. В голову схватил. Just us left. А, так мы же всех убили. Лёг гараж. Стоп, почему not win? Раз, два, три, четыре, четыре, пять, все, труп.
What the fuck? Короче, да, все, прицел годнота. Ярко-красного цвета, вполне адекватно. Странно, почему раунд не заканчивается, я что-то не додуплил. Ну да ладно. Такое, наверное, бывает. И чего? Ладно, не знаю, что происходит. Вот, да пусть так, господи. Давайте тогда помощь в главное меню. Все, короче, прицел работает. Кульная вещь хорошая. Так что как-то вот так вот. Поэтому, чё ж, могу спасибо сказать. Вот. Диджей Пони, вот он, да, Игорь. Мне все это подсказал, как делать. Большому спасибо. Что ж, увидимся в игре. Всех благ, всем подписывайтесь на канал. Удачи.